Дорогие друзья, представляем вам детскую модульную коляску в комплектации 2 в 1 от английского производителя Mamas & Papas, модель Акара. Эта коляска имеет стильный дизайн и отличные характеристики. Рассмотрим ее более детально. Капор регулируется при помощи кнопок, расположенных внутри. Накидка на ножке фиксируется при помощи встроенных магнитов и кнопок, расположенных по бокам капора. Сзади капора расположено большое вентиляционное окно с москитной сеткой. Люлька легко снимается при помощи кнопки, расположенной спереди. Также она имеет удобную ручку для переноски, а ножки снизу позволят вам не испачкать низ люльки. Шасси имеет отличную амортизацию сзади и спереди. Передние колеса могут блокироваться. Родительская ручка телескопическая, а шасси компактно складывается книжкой. Прогулочный блок коляски реверсивный и может устанавливаться лицом по и против хода движения. Спинка и подножка регулируются механически в нескольких положениях при помощи кнопок. Для безопасности блок оборудован пятиточечными ремнями и бампером, который откидывается в сторону для более удобной посадки ребенка. Высококачественные ткани и позиционер под голову обеспечат наилучший комфорт для вашего малыша. Капор прогулочного блока имеет секцию с удлинением и смотровым окном, расположенным сверху. Сзади расположено вентиляционное окно с москитной сеткой. Прогулочный блок может складываться вместе с шасси, как в одном, так и в другом направлении.